Всех приветствую, дорогие друзья! Меня зовут Марк Марцинковский. И это пятый видеоурок о компании Global Intergold. Сегодня был самый лучший день в моей жизни. Учитель сказал, что я получил пятерку. Итак, до этого мы обсудили с вами тему, как приглашать людей, как оформить страницу, как провести презентации. Если вы не видели до этого эти видеоролики, обязательно их посмотрите. Итак, сегодня в пятом уроке мы обсудим такую тему, как поездки. Поездки в разные города, в разные страны, то есть проведение презентаций. Давайте начнем с того, что когда вы проделали предыдущие все пункты, у вас по-любому появятся ветки из разных городов. То есть если вы действуете по моему плану... Эй, слышь, что за план? По хронологии этого обучения, поверьте, это точно сработает. Итак, когда у вас появляются ветки в разных городах, какие-то команды, там 10, 20, 30 человек, вы должны организовать там конференцию. То есть, что вы делаете? Вы созваниваетесь с вашим клиентом. Ну как там с деньгами? Кто из этого города, и назначаете с ним встречу. Скорее всего, это будет в скайпе. И в скайпе вы обсуждаете основополагающие моменты этой конференции. Что должно быть? Первое, это очень хорошее место, какой-нибудь хороший дорогой отель, либо дорогой конференц-зал, чтобы это было очень солидно. Проведение культурных мероприятий в коллективе с участием дам. В общей сложности не хватает всего 37 рублей. Второе. Презентация. Кто проводит презентацию? Кто вообще какую речь толкает? И сколько будет человек, сколько она будет стоить, эта конференция. Обсуждайте буквально все нюансы, все мелочи, вплоть до того, сколько стоит бутылка воды на эту конференцию. Когда вы все обсудили, у вас уже будет бюджет, у вас уже будет сама суть, понятно, как она будет организовываться, сколько потратится денег, сколько примерно ожидается человек, какая будет примерно реклама на эту конференцию, вы ее успешно должны провести. Да, конечно. Почему это важно, друзья? Первое. Вы подписываете новых партнеров с новых городов. Всегда живая встреча, всегда живая конференция, город буквально зажигает. То есть наша задача, буквально говорю, мы как... зажигалка, да, то есть мы должны там зажечь хворост, здесь зажечь хворост, и дальше он сам разгорится. Но вот без первого вот этого поджога мы никогда не разобьем нашу структуру. То есть мы должны обязательно это для себя уяснить, чтобы стать хорошим, полноценным лидером. Итак, коллеги дорогие, вы едете в этот город, заселяетесь в отель, проводите презентацию, и после первой презентации вы не уезжаете сразу. Ваша задача с заинтересованными клиентами, заинтересованными людьми провести индивидуальные работы, индивидуальные встречи. Сейчас вообще заинтриговали. В кафе, в ресторане, где угодно. Но отработать вы должны на 100%. Поэтому ставьте себе обязательно цель в течение года объездить хотя бы несколько хороших больших городов, где у вас есть ваши ветки. Это даст вам совершенно другой, новый, уже топ-уровень. Обязательно следуйте этому шагу, и вы добьетесь успеха. С вами был Марк Марцинковский. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Пока!